думаешь, по КТ разрядить, АПшный зарядить, там их просто не так много. Или типа АП. Вот я зарядил. Зайд, просто где черный маршрут из спорта нарисован, там у нас должен. Ролик с отыгрышем этой миссии за оборону будет в описании. Дал зеленую метку, двигайтесь, пока туда собираемся, там. Дальше пойдем уже. Он передвинул вот сюда вот. Пока перед синей линией собираемся. Что-то горит. Да, БМД зажгли, если ты далеко на востоке видишь. Давайте доходим до зеленой, пока остановимся, пусть Спарта вперед пройдет, чтобы с ней не мешаться. Как Спарта уйдет вперед, пойдем дальше. Дальше пока не идем. Броня, не иди дальше. Для миссии. Всё, Мурок, могу пострелять? Я вижу, типа. Если ты уверен, что убьешь, стреляй. Да, какое расстояние? Смотри, дожди Шайтана, и Шайтан, подойди к Рику, и вы вдвоем убейте пеха просто. А где он от камушков, Рик, направишь? Видишь, ну, самый верх, короче, вот где метка моя. И камни там на самом деле. Гряда камней, он в левой части. И вот, да, подсоединяй. А, вижу, спускается, да? Да. Работаешь, да? Это не я, это союзники. Он в камни спустился. Камни тебя может просмотреть, не видно. Кругом камни. Там прям высокая такая возвышенность. Руслан, ты рядом со мной. Thank you.
Это ж ты? Я. С отбой. Что там с СВД? У тебя, у меня винтовка заинтересовалась. Я думаю, точно. Потом смотрю наш. Смотрю ты с отбой. Импортная. Нам нужно на ВП-3, да, пробраться? Опа, мне? Опа, контакт. Еще дерево кого-то. Тут густов есть. Заберите густов. Видишь, его шейдер. Дым дал туда. ГХ сопника. Это противник шейтан, это. А, это противник, да? Вижу, кажись. Анджо, по мне, по... Нет, с высоты. С высоты, 140. КВшка живая. Это снайперка была.
Тут кровь слева, Мурлок, от нас. Шайтан, вот кровь, говорят, эти типы тоже враг, видит эту кровь. Можете дать зорг метку, где вы, откуда, откуда по вам работающие? Я убил его. Ну, вот с высотки. Перед нами, которые. Чё, Шайтан, пойдём вверх чистить? Вот давай, давай, быстро. Попробуем. Двоих подстрелил. А ты не зоргаешь? Нет. Нет. Ниже. Ниже. 200 метров на юго-восток. Да, Нига пошел, да? Нет, я гранату не вижу. Блять, я тут в камушке провалился, могу умереть. На месте. Дым на себя кинул. Ну, Шайтан, не говори, если что. Мурок, стреляй, вот так. Блять, я весь раненый вообще. Блять, цепись, я пошел, Шайтан, надо попробовать спасти, сам провалился. Ты не можешь, не можешь выбраться, да? Да. Блять. Ай, блять. Уебался. Живой. Это ваши дымы? Да, это весь Шайтан, ранен. Я весь раненый. По мне, по... Нет, из тыла. Да. С отбой. По тебе? Да, еще нет, нет. Шайтан, ой, Рейлинка. На актуальное лежу. Сзади стреляю. Он меня тут стрелял сейчас. Я добивал. Двигаться. Рик, ты в окопе убивал? Да, нет, следующий ты выстрелил. Ты стреляешь, Рик? Да, вот, подвое. Вот, по кому ты стреляешь, там ниже выстрелы были. На XKV 4. Чуди, приста. Проверка. Эрика, прикрываешь? Нет. Я его просто не вижу, где. Ну я сейчас пойду. Ты видел, видишь трубку? Я тебя вижу, я тебя вижу. Я сейчас туда подойду, там добить чела. Ниже него стрельба была еще. Морлока, медика можно вызвать? Нет, медики зарели. Там сидят, может не ходил бы туда, обойдем. Сейчас я шину туда наложу. Не
не бегайте. Превращаемся в Борону, они хотят в тылы идти. Я хочу этого типа добить, чтобы он не встал, блин. Да, проснется, забей, расстреляют. Сидим в обороне, подожди. Кто ко мне подбегал? Я. Кто? Пацан, ты с РПГшкой? Да. Тебя вижу, да. Я к тебе иду. У тебя стыло с собой должен быть прийти, который полетит. Блять! Прикинь, я двоих уже тут убил. И третий еще один где-то. Прям еще один должен быть. Где-то правее меня. Я убил этого. Левее. Вижу. 300. Со смавом. Есть что закинуть, труба какая-нибудь? Куда? По дереву. Вот туда, блядь. А то он по мне дал. Нихуя не понял. Он живой еще, что-то. Пиздец, сколько их там? Поставьте метку, где ебашите. От нас на юге. Я не понимаю, я не слышал. На гранате, слушай звук. Я да, я ранен. Я убил со спаумом. Хорошо. Капец, они живучие, как их убивать вообще? Рик, есть медицинка? А вот труп на нём. О, блин, дожа там трупы у вас два лежат. Судьбой? Можно, бля. Вот это тот пех, который был, скорее всего, который говорил. Поднимайтесь наверх потихоньку. Будем идти к триггеру, там уже союзная пехота вся к триггерам подошла. Поднимаюсь. Я пока смотрю. Который тигр захвачен? Замок захвачен. Этот. Тут там уже Спарта по ней проходил, уже северней, куда мы идем. Так что тут непонятно. Вижу, в триггере там пехота пикает. На школе. Еще один Карл Густ.
Кстати, туда бы бахнуть можно, он прям смотрит на крыше. Со смава долетело бы, я думаю. Да нет, тут дохуя дистанция. Сколько тут дистанции, прям нет. Блять, по мне летит. 800 где-то. Они нас видят аккуратно. Ну да, по мне тоже прилетел. Там где-то 800. Там на крыше блиндажи построены из песка. Вот левая часть блиндажей. Тоже не увидел. Пуск номер два. Я разрыва не вижу. Но вроде туда летит. Еще как пойдем. Я весь развязался, бинтуюсь. Проверка. КВ. Бэк степа в городе работает. Тут катаемся. Есть какие-то метки на врага? Норма, какой-то Урал поехал. Административку захватили, административку взяли. Нет, 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 твою противник. Даже принял? Не принял, грустно. Как вы зашли, заехал тачка Урал какой-то. Да-да. Второй этаж пикается, школа. Я у тебя слева, слева по борту. Принял, смотрю право по борту. Нас гранатами закидывают. Че, нет ни у кого РШГ, там РПО? Мурлок. Я слышу, кто орёт, ты... Я раненый, зелёного дома. Я тебя слышу, тебя кто ранил, из триггера? Да-да, гранаты кто кинули. Я почти пришел в себя, меня только внутрь затащить. Ну и кровь там чуть-чуть идет. Угу. Адреналинчику может, что ли? Что-то у меня боли вроде нет. Просто решила... О! Все, спасибо. Слушай. А метка началась, синяя тачка. Не, оттуда по нам стреляли. Не знаю. Второй этаж, вроде как, блядь. А нет, помню, что почище. Что тут нужно сделать? Суетолог на ДВ, надо, чтобы метку на врага поставили снимите в мои дома, я там этот дом срадаю нахуй снимаю. Сейчас будет тебе метка.
Морлок, что он все еще там пикает. У тебя есть граната? Убил его, забей. Да, у тебя метку снеси вот этот. Блять, опять все развязалось. Может на штурм уже идти, я уже, блять, не жилец какой-то. Сейчас мы подойдем, просто жди. Бежевый дом, Мурлок, на севере. Бэха, который стрелял по нам, ты видишь мою синюю метку? Две тычки ему дал. Ты мне дай этот, ретип, как это будет? Зеленый, двухэтажный. Здесь без бежевого, даже труба в него прилетела только. Сложил. Больше роликов по серьезным играм я заливаю на Boosty. Ссылка будет в описании под видео.